Guten Tag, liebe Zuschauer. Sie sehen die Sendung Hoffnung. Bald kommt einer der berühmtesten Feiertage Deutschlands, Ostern. Im Laufe der Geschichte haben sich weltweit viele Osterbräuche entwickelt. Einer der berühmtesten ist der Osterhase. Alle Kinder glauben, dass er Süßigkeiten und Ostereier bringt. Sie können ihn selbst basteln. Und dieser Hase schenkt ihren Kindern gute Laune, Freude und natürlich etwas Leckeres. Алена, а ты знаешь, что ты сама можешь сделать вот такого замечательного пасхального зайца? Для его изготовления нам понадобятся одноразовые тарелки, ножницы, цветная бумага, клей, степлер, фломастер-карандаш, небольшой кусочек ленточки и сладости. И все? Не совсем. Еще нам понадобится 5 минут свободного времени и немножко энтузиазма. Давай уже скорее начнем. Итак, для начала мы возьмем одну тарелочку и отрежем верхнюю ее часть. Вот, примерно вот так. Пожалуйста, срезай. А я пока займусь приготовлением ушек. Мы берем трафарет, ушко, и вырезаем из серединки тарелочки. Алена, пока расскажи мне, может быть, ты что-то знаешь об истории пасхального зайца? По немецкой традиции пасхальный заяц оставляет подарки только послушным детям. Детки делали корзинки из своих шапочек или шапок родителей, а корзинка, как символ, возникла уже позже, в 19 столетии. Так все и было. А я уже вырезала наши замечательные ушки. Теперь я предлагаю немножко их раскрасить. Из цветной бумаги мы вырезали ушки такой же формы, но немножко поменьше. И я предлагаю, давай мы наклеим. Угу. Таким образом. Но я уверена, Алена, что ты не знаешь о существовании в Германии музея пасхального зайца. Если честно, не знаю. Расскажи, пожалуйста, Саш. В 1991 году в Мюнхене был открыт музей пасхального зайца, который был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Я уже закончила. И я закончила. Из цветной бумаги мы вырезали глазки для нашего зайчика, которые мы сейчас приклеим на его мордочку. Теперь нам надо приклеить наши ушки. Это можно сделать или степлером, или клеем, кому как удобнее. Давай сделаем степлером. Давай. Вот так вот. И второе. Далее мы соединяем тарелочку, которую мы обрезали, с почти готовой мордочкой нашего зайца, таким образом, чтобы сзади получился мешочек. Давай, я буду тебе помогать. Держи. А теперь самая ответственная часть. Нам надо для нашего зайца нарисовать мордочку. Алена, приступай. Угу. Саш, а ты так и ничего не рассказала про то, что там было в этом музее в Германии. Какие там были зайцы? Музей насчитывал более 1000 различных экспонатов. В нем были зайцы фарфоровые, из папье-маше, деревянные, тряпичные, зайцы из шоколада, из марципана, открытки зайцев, даже механические зайцы. Но, к сожалению, в 2005 году музей был закрыт. Я смотрю, ты уже заканчиваешь. Угу. Я вошла во вкус. Наш заяц почти готов. Осталось прикрепить к нему ленточку.
за ушками мы степлером или клеем, да? Или клеем, кому как удобнее. Крепим ленточку с одной стороны, затем с другой стороны. И наш зайчик готов. А теперь моя самая любимая часть. Кладем туда конфеты. Конечно, ты правильно догадалась. Этот мешочек мы используем для конфет. Побольше, чтобы поместилось. Ну, конечно, дети любят сладкое. Думаю, достаточно. Такой зайчик станет замечательным подарком вашему ребенку.